Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 4 января. Да. Сегодня 4 января. У нас приехали дети, и они занимаются различными делами. Вот мой зять Сергей занимается ремонтом кровати. У нас она была старая кровать, это еще моей молодости матрас весь. А вы все помните, что раньше такие были матрасы? Каркасные. А? Пока нет, ешьте. Матрасы каркасные, они уже все прохудились. И вот мы решили, что мы, Серёжа, решили сделать. Обычный, бескаркасный поставить. Вот. Собственными силами. Поэтому вот мы занимаемся таким ремонтом. На все, что доски останутся, у нас по плану еще в кладовой сделать полки на стене, чтобы материал не пропадал без толку. А потом у меня зять очень любит заниматься строительными работами, поэтому я ему всегда готовлю работу, подходящую для него. Что бы ни делал, лишь бы не плакал. Да. И вот так потихоньку кровать потихоньку растет. А сюда положим вот эти матрасы. И будет настоящая кровать. Как не хуже, чем в магазине. Ну вот наш ремонт кровати подходит к концу. Укрепляем последние доски. И кровать готова. В следующем видео расскажем, как на ней спалось сегодня. И не оказались ли наши гости на полу. Так, не матюгаемся. Кровать готова. Сейчас мы сложим матрасы. И все. И будет готова кровать. Мягкая. Так что, кто хочет сделать ремонт кровати, пожалуйста, пользуйтесь нашим методом. И незатратный способ обновить мебель. Да. Ну вот одна у нас работа сделана на сегодня. До свидания, всего вам доброго. Вы были на канале семьи Громовых.